Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PH3 Games. Мы с вами продолжаем. Итак, выполнил тут дополнительные задания некоторые, чтоб на нас внимание обратили жители здесь местные и дали нам сюжетную линию. И теперь нам надо добраться до какого-то солнца, собрания. И оно находится вон там наверху. Вон. Но кошка наша не достанет, и придется нам пройти через пещеру какую-то. Ну, явно видно место для туристов, так что давайте посмотрим, что здесь, кто здесь. Дополнительные задания были неинтересные, там просто надо было побегать на почту, сбегать, принести то, найти то, убить того, зачистить там и все. Хорошо, что не стал записывать. Вот сюжетка нам интересна. Так, поднимаем все выше и выше. Вроде тут спокойно. Так. А здесь что, заперто? А, нет, выше можно. Вон там наша машинка стоит внизу. Так, забрались или еще выше? Забрались. Давайте глянем на эту высоту. Ладно. Отправляемся на собрание. Ну, вроде не глубоко, типа джакузи, да? Ну, тук-тук, впустите нас. Теперь мы свои. Собрание в разгаре. Опа, это же зомбаки. И люди. Офигели, они чуть как-то научились приручить или они их не трогают даже. What the hell did they do to you? I had been shown the error of my ways. They had opened my eyes to the truth, to the light. Интересно, нас таком научат? А вот они эти. Ходят, вроде там что-то. Mother, blessed by the sun, we praise you. Прямо зомби, не трогай ты. Mother, embraced by the wind, we trust you. Че же мать, может мать зомби этих? Или может какой-то гибрид получеловек-полузомби? Вон он. Она личика покажет. Айбова, покажи личика. Так, какой-то здесь сейчас нас одурманит, провоняя немножко. Полетели, да? Матушки идет. Меня не трогает. Кстати, я тут переоделся. Надел новый костюм байкера. Вот она разговаривает. Я думаю, точно какой-то гибрид получеловек, полузомби там. Нас знает сущности зомби всех там, что там, может, там рассказала там секреты. Ладно, узнаем дальше, что будет. Кто ты? Так. Опа. А, никого нету. Что, все? А, нас выкинули, что ли, с собрания? Воу-воу-воу, что происходит? Дымится? Падает, что ли? Или нет? Кто-то точно разбился. Какой-то грохот был. Так, а нам-то что делать?
Все, собрание не будет больше. Все бывает в первый раз, да? И сюда тогда. Теперь мы очищены, да? Чистенькие. Свеженькие. Веру в мать. Но ответы, да, ответы нам нужны. Продолжай помогать детям солнца. Лина, уже не этим, не жителям, а уже этим детям солнца. Лина, почему у вас связь появилась? В пещере связь ловит. I was in like a trance, and the zombies, they didn't attack me. Lena? Hello? Все. Связи нету. Так, и это что, вся сюжетка была? Одно задание дали на собрание сбегать, и все что? И опять побочное задание, что помоги тому, помоги этому. Что же будет-то? Ну-ка, давайте проверим. А нет, собрание продолжается. Ну, собрание сюжетное, так что ладно. Хотя... Где они находятся, дети, блин, солнце, блин. На карте их вообще не видать. Начинается опять побочки походу. Так, я не зря ушел, может там надо было зайти внутрь. А где детей-то искать-то? Так, что здесь у нас есть? Арбалет. Сменболты. Надо нам ничего менять. На вид посмотреть на это. А, там можно было спуститься просто. По канату. И по канату мы бы куда улетели? А, прям туда. Сейчас здорово. Хотя ладно, сейчас я сбегаю и посмотрю, можно там зайти, нет? Нет, зайти нельзя было. Ворота закрыты. Ладно, давайте искать детей этих. Хотя один был на ферме, но потом он исчез же оттуда. Разве не красиво, да? Ладно, сократим путь, полетели. Вот такой косун байкера. Мягкая посадка. Так, наша машинка где? Люби. О, встретимся, окей. Пошел процесс, значит. Так, теперь нам с этой горы спуститься надо. Я на нее долго забирался. Заезжал. Ладно, скатимся. Прокатимся с ветерком. Машинку немножко покачал. Взрывоопасный. Сорвались на взрыв. Первый нитро есть на машине. Ну, сейчас отчатывать не буду, сейчас напрямую. Идем прямая, ездить. Должна же быть. Догонишь нас. Вау-вау-вау. Ой, блин, даже пончик был взрывоопасный.
Джейсон Стэтхэм отдыхает. Дороги уже еще. Кислота там была. Нормально. О, так темнеет уже скоро, да? Вечерок носит там. Ночь кататься. Куда я проехал? О, маршрутель там буянит. Хочу нитро включить, но, блин, дорога здесь такая. Вот только зря использую. Здесь тоже глушитель. Мясо. Все прибыли. Во-во-во. Найс. По такой дороге там, блин. Асфальт уходил. Скотин. Так, тут бегуна я ловил, просто убиваешь, печень забираешь и в дочку сюда. Нет. Не нужен, потому что за него там прокачку вообще ничего не дают. Маленько, да, не занимать. Так, мы на ферму возвращаемся, значит. А вот и наша ферма. Тут и паркуемся. Кстати, вон там по этого человечка он болтается, он спереди, видите? За прокачку поставил. Ой, болтается. Включаем фары. Так, может починить там что-нибудь? Ладненько. Вот такая у нас теперь машинка. Ну да, скоро ночь. Можно переночевать, кстати, здесь сразу. Чтобы по ночи не кататься. Хотя можно и ночью покататься. Но ночью не успею покататься, когда вообще машину покачаю нормально. Броню там налеплю. Потому что бегун у нас догоняет все равно. И вот тут хорошо машинку. Чем потом еле едет. Он был милитарий. И он просил нас отдать все его possessions. Последнее, что у нас осталось, это эта карта. I don't know what its purpose is. That's a military key card. I mean, if it's properly authorized, it could open any military electronic lock. Well then, here, you take it. Maybe it'll help you. Besides, we wouldn't even know what to look for. Yeah, thanks, Jazeer. Спасибо. Так, забираем. We all saw it. The mother accepted you into the following. So we should accept you into our community too. You are welcome now among the children of the sun. Thank you, Jazeer. Так. Ага, теперь можно ящик открывать, да? Армейский. Так, нас там будет договорить. Jazeer, what's up? Son, I know you have a lot on your mind, but I need to ask you a personal favor. That's your thing. What do you need? Так, сейчас мы поможем, и нам много внимания дадут сразу. А когда таким мало влиять мы помогаем, то мало внимания получаем. Okay, well, do you have any idea where she might have gone? The only place I can think of would be Ozan's house. They were close. Ah, boyfriend, huh? That's what you guys were fighting about when I first got here? That little prick. He never worked a day in his life. No respect for his elders. Always with an idiot smile and that damn cap worn backwards. Relax, I'll look for her. Don't worry. Well, where does this Ozan live? He lives on a farm that's pretty close to Oasis. And thank you. I'm sorry for asking this. Надо же авторитет понимать. Иначе никак.
Tell her to come home, please. Так, сюда. Так, здесь что у нас? Азарт. Ладно, возьмем. Джазир, what's this about a weapons collection? Ah, yes. It's something I've wanted to take care of for a while now. There was this man, Adam, who lived in town. A bit eccentric, but everyone liked him. Especially when he got drunk. Well, he had a huge collection of weapons, famous for it. And he was a good shot with his precious revolvers. But then, when he started getting older, he got paranoid that someone was going to steal them. And the rumor is, when he died, his house turned up completely empty. No weapons anywhere. Okay, but how does this saber fit into the picture? Adam was crafty. Years ago, he got hold of my grandfather's saber, and nothing I could do would persuade him to give it back. I just hope if he hid his other weapons, that saber is among them. Чушь, это не кискать, что ли? Так, ну сюда. Здесь все чисто. Ладно, давайте переночуем быстренько. Так, отправимся к дому. Бай-байшки, бою. Вау. Ночь настала. Так, всем с добрым утром. Как погодка? Ну, солнышко еще не встало. Нормально сойдет. Так, где находится дом? Недалеко. Ладно, прокатимся. Вода бежит. Вон туда. Сюда вот, точнее, печень скидывать надо. Беглецов этих. Прыг-скук и поехали. Дороже, чем дороже. Прикольно, подсветка такая. Фары горят. Интересно, испытания эти. Ну прошел, тут проехал, все. Ох, авария. Тихо-тихо. Так, по карте вроде рядом было. Это здесь, где домик этот. Сократите, там гора. Сейчас заедем. Ла-ла-ла. По горам. Так. Кто бы мне здесь припарковался сейчас? Будем спускаться вниз. И сваливаем. Так, вот этот дом. Как он взорвался. Согрелись. Так, здесь можно полутать и пару баксов забрать. Кто еще? Полетел. Тихо. Дебилами нас пробовал.
Болтаем. Так, дом нет рядышком вообще-то. Блин, я там не собрал. Открыл, открыл, но не... А, нет, взял, успел. Хелп. Так, бечевка. Не буду взломать. Сюда? Нет. Okay. Так, видишь, залезет. Блин, ладно. Это, кстати, опарыш там. Так, как внутрь-то зайти? Балкон здесь. Здесь может. Кто это рычит? Блин. Открываем. И на продажу забираем, да? Не надо. Вспомощнее есть. Лежали же не с того. Нам просто постучаться надо. Нет, заперто. Не будем мусор утать. Так, может здесь подвал есть где-нибудь? Потому что сверху не получается. Вот здесь может. Быстрее. Тоже навряд ли. Странно. Да ну нафиг, ну ты что, прикалываешься, что ли? Так, через окно. А, вот, здесь можно. Ну, блин, ты куда лезешь-то? С этим засосами. Быстрее. Заходи. Отковнулся. Так, завал. Проблема. Чистим. Заходишь? Нет, не заходишь. Открываем. Добро забираем. Что, идет, что ли? У-у-у, кого-то прижало-то. Так, откроем дверь. Запасной выход будет. Марли. И что здесь сделать надо? Наверх есть. И красавица, отлично. Пошел. Ты почти начал, да? Лезет, ты лезет сюда. Вверх. Ну тоже можно открыть дверь, нельзя. Ну на ута тута конечно хватает. Он лежит. Так, может он подняться. Что здесь? А, ты же не станешь? Больше не станет. Это он был или нет?
Так, забираем. Фига тут погреб-то нормально такой. Все открыто, здорово. Припасов тут хватает вообще. Офигеть. Кто-то явно подготовился. О. Да тут, блин, подземный город, можно сказать. Кто-то тут. Ты что ли? Стоит такой без палева. Да. Не надо. Слабенькая. Так. Куда, значит, да? К нему надо зайти. Только ушел. Купить об него. Так, что здесь можно сделать? Только дверь. Записка. Самоубийца. Сим, откройся. Вау, фига себе. Так, а что у нас, изображение поменялось? Есть то есть. Так, болты, болты. Болты — это хорошо. На машину все пустим. Сколько болтов тут много. Взломаем. Так, надо кофе. О, приз. Картину тут антиквара-то хватает. И в доме подсказки. С изображением странно стало. Утро. Ужастик играем. Хотя, да, есть ужастик. Это фильм ужас. Что это такое? Что-то вибрация какая-то бро. Там что? Ветер начался. Трехэтажный аж. Шикарный домик-то. Guess I have to head into the cemetery at night. Great. Wishing well inside a cave that's hidden in plain sight. Well, that's clear. Seems like I've seen a hill rising from the water before. Okay, so I need a place to watch the sea from way up high. The lighthouse? Так, здесь посмотрим, что здесь. Изучить. Not much of a hint. Мышь не повешалась. Что-то было. Ладно, давайте на третий этаж. Где-то там.
А, там подвал. Второй, значит. Сверли-то. Их ты. Никого нету. Дома-то. А, к нам кто-то подцепился, что ли? Я даже не заметил, блин. Так, санузел. Блин, они записки. Все, все обшарили. Как еще подсказки искать? Может, напарник поможет? Сейчас прибежит. Все разрулит тут. Я почитать. Прибежал. Здорово. Смогинг такой. И убежал. Да погодь, здесь что-то пропустили. Давайте все искать. Груз отобрали, да, пожалуйста. Фига тут. Ладно, тайник найти. Там пушки будут и сабля какая-то, да? Спробуем, что-то открывал тут. Блин, все покрывал. Вот здесь что-то есть. Так, не прыгаешь, что ли? О! Вернулось изображение. Вот здесь нормально. Сюда отходим и все. Так, напарник-то нас что-то там просто тупо бегает, мучит. Помог бы, нашел бы здесь что-нибудь. Подсказки эти. И в доме подсказки. Ну я вроде все здесь уже облазил. Ниже спуститься же нельзя. О, нашел. Молодец. Все, изображение вернулось. Теперь можно сюда уходить. Так, машинка наша наверху. Иди сюда. За руль себе. Блин, иди сюда. Так, а что нам проверить-то надо? И как их проверить? Что, ты хочешь валить его? А, у тебя двустволка. И пошел на разборку. Все, завалил. Ну ладно, стулки-то вообще выносит.
Может, ему надо проверить зацепки? Куда ехать-то? Странно. Серьезно, а что нам? Проверьте, один где у нас? Блин, ставлю все пути. Может заехать. Убивайся за нами, хвост. Паркуем сейчас здесь. Давай-ка я тебе там продам пару вещиц. Так. Шкатулку забирай, это забирай. Кофе забирай, сигареты забирай. Decisions. А что там у тебя есть? Так, опа, автомат. Ну, как-то так себе, вот, на вид. Хотя за 6000 у нас... Надо патрушки посмотреть, есть или нет патрушки. Патроны. Пистолетные патроны, винтовочные. К автомату. Вот это нам надо взять. Пистолетные тоже. Автоматные. И ладно, все забираем. Well, what's the deal with this racing stuff? I've seen some weird posters. Oh, man. Well, guess a little distraction would be welcome. Продавщик. Так, не надо. Забираем. Марля. Птичка. Hey, Bilal. I saw a note about some kind of poisonous oil. What's the deal with it? Так, yeah, походу, наш напарник все задания забирает из виски. So, can you make me a batch? Well, yeah, but I'm out of wolfsbane, so you'd have to go get me some. And it probably only grows in a clearing somewhere on the other side of the world, with a couple of demolishers and some toads camped out around it. Ah, you know what? Fuck it. You're cool, and I have shit to do. So, I'll just give you the recipe. Sound good? Раду забрали. Хватает там. Так, проверим на них зацепки. Как проверить? Там у него же, он же нашел их. Конечно, бред это, блин, что сюжет какой-то. Не дают дополнительно собирать задания, чтобы внимание обратили на нас. Потому что авторитет поднялся. I haven't been there in a while. Don't know what it's about or what they're trying to resolve. But it would help you guys out if the town got safer, right? Well, yeah. We didn't have a chance to get anything out of there after the outbreak. But just so you know, the military ran everybody out of there before any infected even showed up. And you think it might have been related to this demons thing? Could be, man. Could be. We won't know until the Faceless get it all under control, though. Во, нормально. Уроды. Так, ну они уже были, эти уроды. Ну чё? Чё он там как-то понабрал такие задания-то? А, блин, дополнительно. Во, сюжетка появилась. Давайте по ней пойдем, по аномалии.
Что-нибудь дополнительные всякие, конечно, не так. Одно может быть интересно, остальные, блин, не так уж. Можно и без записи пройти. Так, прыгай. Так, куда нам пилить-то? Ага, вниз. Все. Поехали кататься. Ну, баррикада тут у нас, однако. Тут не объехать. Фу, здесь толпа торчит. Так, а что, опять в гору шли? Ничего не трясу, нормально все. Запрыгнуть, да? Машина напарника, она далековато. Так, мост, да? Нет! Сзади. Подумал, это трамплин. Это классно. Так, ну что, мы подъезжаем, да? Ну что, не трамплин. Вообще, серьезно, что ли? Эвакуация. The big guy wrecked this car. What are you doing? Oh, sorry, man. Oh, he's standing there, of course. Oh, I'm glad to see you, bro. Схема. Что такое? Что такое? Что такое? Все, сдох. Нормальная аномалия была. А, нас тут не трогают. Это аномалия. Это аномалия для жнецы, которые используют. Вот она. Потому что в этом дому находится, они тоже их не трогают. Так, что здесь там на машина? Искать.
ищем, ищем. Нашел ничего там. Это я тоже не нашел. Ионин. Must have been what they carried off. Самодельные гранаты. А на что их можно поменять? Are you there? A strange phenomenon doesn't even come close. What do you mean, brother? I mean, there was this huge-ass demolisher just standing there in the field, didn't even notice me. And this weird mist too, like what you guys had at the ceremony. Oh, well, that's an interesting development. Гранаты лучше будут. Brother, I can't really tell you right now, but meet me at Jesse's farm soon. I believe you are ready. Блин, одну хапка забрал бы это все дело. Пойдем, забирай. Так, нашел, да, там уже? Сейчас соберу здесь остальное. Сейчас валим отсюда. На ферму вернуться надо, что ли? Столько пыли, честно. Я трамплин поехал. Сейчас могу ехать. Так, мост. Это можно в пользу проехать. Чего, отбивайся там, работай. Доедем до фермы, там будем завершать. Колеса не отлетели. Хотя я сейчас по железке ехал, то быстро приедем. Потому что ферма находится рядом, близко. А, это железка заходит в туннель, да. Вот, а не пробовал, могу я проехать через этот туннель или нет. Давай попробуем сейчас. Садись быстрее. Свет побегал. Потому что это тоже пытался проехать, но не получилось. А! Точно! Ну ты че, напарник, бля? Все свои твари бегутся. Вон, бегут, бля. Прыгай, поехали. Не сел еще. Давай, садись, бля. Быстрее, машину сейчас скоро заберут на запчасти. Все. Я у них всех. Ты чего? Какой путь проявил? Машина у тебя скрипит. Поехал я. Даже не съехал. Здесь поехал. И там трасса будет. Вот и объехали. Нормально по катушке устроили. Так, сопа. Забрызгало. Ой, она плохо, аптечка.
Второй минут, забывай следить. О! Вот и наше время. То есть ферма в деревне, да? Пуемся. Все. Вась. Там уже вылез. Так, где-то здесь, да? В сарае. О, вот он ты. Безликий ты наш. Напарник. Ну, не тупи, давай быстрее, время-то идет. Сирена затягивается. Че он встал-то? Вода. Там без него нельзя. It's good to see you again, brother. This time, though, фонарик, I fear I carry some bad news for you. Yeah, well, I'm used to that by now. What's going on here? Kyle, you already knew, didn't you? People not getting infected, that it's just smoke and mirrors. It is the smoke, literally. Our mother found a way to fight the sickness using a certain, let's call it an elixir. You have seen it working with your own eyes. So you do have a cure? Would you call a bandage on an open wound a cure? No. What we have right now is just a temporary solution. We are working on a certain curative project, one with more permanence. But we need time, and we need peace to last for just a bit longer. And let me guess, you're running out of this elixir. Unfortunately, yes. That's why I asked you to come here. I want to offer you a deal. И нам, значит, расскажет, где его добыть. Ну, принеси нам еще. Cannot be a coincidence. Наверное, тут в пещере водится. Seems that someone found the elixir and ran away with it. All right, so check out the cave. По этим пещерам я уже лазил. И плавал там, блин. Искал выживших там тоже. Там дополнительное задание. Ага, берите до пещеры. Что мы его делаешь? Ah, so that's what I was looking for. Nice. So happy now, kid. Thank you, Mr. Crane. Now my mom is coming back to play with me. Так нас уже все знают здесь. Друзья, а мы-то здесь остановимся. Продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал PH4 Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.